Привет от Ангела Планеты. Расскажу немножечко про привязки, в тему привязок и привязанности к людям. Во-первых, я в других видео рассказывала про привязки, которые действуют на нас негативно, как негативные воздействия, как кто-то, например, изменяет, да, там мужчина изменяет, к женщине идут негативные воздействия, последствия этих грехов, там возникает какой-то негатизм, сопротивление идет, все это возникает, негативы возникают. И на самом деле это большой такой урок от Всевышнего, отрубаться от этих привязок, что говорит по этому поводу Шри Кришна. Верховный Господь Шри Кришна сказал: «Того, кто остается невозмутимым, терпя тройственные страдания, кто не восторгается, когда к нему приходит счастье, и кто избавился от привязанностей, страха и гнева, называют мудрецом, обуздавшим свой ум». То есть мы отказываемся от привязанности, от своих ожиданий, что нам будет хорошо, от своих ожиданий, что нам будет плохо. С одной стороны, мы в безразличии, с другой стороны, мы в принятии, что происходит. С третьей стороны, это нас учит не привязываться ни к материальному, ни к человеку. Ну, только к Богу должна быть эта привязанность. Вот нас так и учат. Поэтому, если вы в своей жизни потеряли кого-то, то знайте, что это же было неспроста, это был урок для отрубания привязок. Но если вы до сих пор в страхе, в гневе по поводу прошлого, если вы обиды не забыли, вы за эти привязки держитесь. И по этим привязкам будет идти негатив. Вы в обиде, вспоминаете обиды к тому человеку. Через эти привязки идет негатив. Причем вам же и возвращается. Вы плохо думаете о человеке. А на самом деле через этого человека Всевышний послал вам вот такой урок. Урок отказа от всех этих привязанностей. Из этого делаем вывод, хотим духовного развития, отказываемся от привязанностей, отказываемся от наших ожиданий. Мы всего лишь арендуем это материальное тело на этой земле и всего лишь машинками управляем. А хотим любви, идем ко Всевышнему, отвязываемся от привязок, отрубаем их, прощаем, отпускаем, ну, принимаем, что есть. Ставь лайк, подписывайся в комментариях, пиши «принимаю с благодарностью», а я жду вас на личных консультациях. Ссылка в описании канала есть.